Всем, ребята, привет! Сегодня мы решили выйти и покопать. Погода благоволит. Пока ехал сюда, по дороге очень много живности было. Пару раз косуля на дорогу выбегала. В одном месте даже толпа ежиков дорогу перебегала. Между прочим, в этом месте можно уже устанавливать знак ежики. Как не проезжаю, там постоянно толпа ежей ломится по дороге. Вдоль дороги едешь, одни глаза светятся ночью. Ну ладно, сегодня мы, ребята, будем копать все в том же старом месте, где последние у меня копы были. Думаю, находки будут. Если что, буду показывать. Сегодня я копаю с комрадом Андреем. Портовый у нас уехал на курорты отдыхать. Так что его в ближайшие 2-3 недели точно не будет. Поехал кататься по заграницам. Так что, ребята, вот такие у меня дела. Находки будут, покажу. Все, смотрим. Итак, ребята, земляной дед долго не стал ждать и мне сразу подкинул находку. Находка, я вижу, что это монета. Вот такая вот она у нас монетка. Вся такая черная. Так, я вижу по гербу, что это советик. О, ребята! Стоп, секунду, ребята. Что-то, какие-то смутные сомнения. Очень смутные, ребята. Стоп, подождите. Так, ребята, у нас эта копеечка 24-го года. А так было похоже на 25-й. 24-й, оно немножко потолще. А это такого же размера, я думал, 25-го. Ладно, есть находка. Смотрим. Мой дружище комрад Андрей выкопал вот такую вот монету. 5 копеек. 5 копеек, наверное, 1869 года. ЕМ. Но он настолько убитый, что его даже в коллекцию, наверное, не положишь. Да плюс он еще его лопатой шмякнул. Между прочим, пятачок поднял там, где я. Вон там он пятачок тоже поднял. И крестик. Вот буквально в 10 метрах от меня. Но по этому склону я не ходил. Так что я не жалею. А то было бы обидно, если бы я здесь проходил и не поднял такую огромную монету. Ладно, ребята, смотрим. Итак, ребята, я рядышком с комрадом оказался. И вот у него сигнал, говорит, что чистый сигнал. И вот сейчас в онлайне будем снимать. Что-то есть, а непонятно что. О, ребята, он поднял монету. А нет, конина, ребята, это конина. Ну ладно, тоже находка, смотрим. У меня находка, и эта монета. Звенела она, конечно, странно. Как какой-то цинк или свинец. Вот у нас монета небольшого размера. Ну да, конечно. Это у нас 1 рубль. Ходячка. Ладно, смотрим. У меня очередная находка. Но я ее уже разглядел. Это у нас 2 копейки 1924 года. Она, конечно, вся убитая. Хлам. Ну ладно, ничего страшного. Ладно, будет находки. Покажу, что-то не густо. У меня товарищ комрад вот на таком автомобиле ездит. Просто гигантская. Почти с мой рост. По шейку. Капот. Вот на таком действительно, ребята, ездить нужно на копы. Аппарат так аппарат. Ладно, ребята, смотрим. У меня очередная находка. Какая-то она нестандартной формы. Круглый. О, ребята!
Ребята, это очередной монгол. Вы представляете? Вот что здесь может делать монголик? Золотая орда. Смотрите, какая. Смотрите, какая ямка была. Сантиметров, наверное, 10 максимум. И вот такая вот орда. Супер находка. Вот это мне фартануло опять. Все, ребята. День прошел удачно. Смотрим. Очередной сигнал. Практически в этой же ямке. Как вы видите, вот копнул, еще не засыпал. Поднял здесь монгола. Сигнал с рядышком был, думал, может, наподобие что-нибудь. Вот в этой ямке. Выпал у меня вот очередной. Ай-яй-яй. Думал, монета. Лежал так хорошо. Ладно, это шмурдяк у нас, ребята. Шмурдяк. Ладно, смотрим. Итак, ребята, у меня очередной сигнал. И чуть я ее не шмякнул. Я уже видел, что это монета. Вот. Заранее говорю, что это, наверное, пятачок Александровский. 60-й, наверное, года. Да, 1860-й. Так. Ну, пятерочки не видно. Но я знаю, что это по размеру пятачок. Вот так вот, ребята. День задался неплохо. Монгольчик, пятачок. Вот. Так что, ребята, успехи у нас есть. А здесь фартовый ходил, жаловался, что ничего нету. Есть, ребята. Смотрим. Итак, ребята, даже вам не знаю, как сказать, к счастью или нет, но наконец-то и в наши края идут грозы. Вон, видите, все черным-черным. Хоть жара спадет, жара очень страшная. Вот. И дождей уже давно у нас не было. Очень хочется. Да, кстати, монгола я поднял вот здесь вот. И представляете, вот она. Идет небольшая асфальтная дорога. Здесь все замусорено. Не знаю, как я его поднял. Копаю его возле дымовой ямы. И, между прочим, вон стоят наши машины. Совсем недалеко все было. Все, ребята. Надеюсь, еще что-то будет. Скорее бы дожди пришли. Вот солнышко у нас уже поднимается. Начинается жарко. Но еще у нас часик есть до жары. А возможно и до дождя. У меня находка. Находка вот такой вот. Обручальное колечко. Вот такой вот по размеру женское колечко. Ничего заурядного, обычное медное. Ладно, смотрим. Итак, ребята, у меня находка. Кое-как ее выцепил. Ну, конечно, как вот это вот можно выцепить. Это, ребята, сначала думал, какой-то грузилок или что-то в этом роде. Но нет, это была пуговица гирька. Имеется три точечки по краям. Это значит, еще староверы. Где-то примерно, наверное, 17 век. Вот такая вот красивая пуговка. Ладно, смотрим. Следующий сигнал, оттуда я вам пуговку, гирьку достал. Прошел три шага, выцепил еще одну маленькую цель. Это вот такая вот, я так понимаю, это монета. Такая вот маленькая монетка. Сказать по номиналу ничего не могу. Так, какой-то узор интересный. Подождите немножечко. Очень интересный узорчик. А, это Николай, ребята. Это Николай Второй. Судя по размеру, 1/2 копейки. Ну да, 1/2 копейки, наверное. Точно вам сказать не могу, может, 1/4 копейки. Сейчас немножко ототру, скажу. Итак, ребята, это у нас все же 1/2 копейки 1899 года. Вот такая вот маленькая монетка у нас появилась на свет. Ладно, смотрим. Итак, ребята, у меня очередное... монитосик. Вижу, какой-то он немножко светлый.
Так. Нет. Думал серебряный, нет. Это у нас одна копеечка 1871 года. Монетка немножко подуставшая. Ну ладно. Монета царская. И это плюсик. Все, смотрим. Находка. Ну, она из разряда шмурдячных. Ну, раз снимаю, значит, она у нас красивая. Вот такой вот обломок чего-то. Круглая была. Ну, наверное, это все-таки от упряжки. Наверное, какого-то образа конина. Или же, конечно, что-то супер древнее. Ладно, смотрим. Итак, ребята, заканчиваю я сегодняшний коп. Время, в принципе, еще достаточно, чтобы походить. День как бы только начинается. Время 11 часов. Но я домой собрался в связи с тем, что стало душно. И решил закончить. Ну, в принципе, день был, ну, удачный. Нашел я пятачок Александровский, монгола, несколько цариков. В общем, день прошел недаром. А друг, товарищ, комрад нашел пару монет, к сожалению. Вот, у него терка 505. В общем, не очень. Ладно, ребята, закончу коп. Всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и все остальное. Итак, ребята, ехал я домой и увидел вот такое вот зрелище. Большая площадь, скошенная. И вот я думаю, в следующий коп я, наверное, на это поле заеду. Почему заеду? Потому что вот через дорогу была деревня Дубов, вот здесь вот прям, и переходила плавно в большую деревню. Вот, она начиналась вон где-то оттуда и шла вот так вот. Здесь дымовые ямы, к сожалению, здесь находки шмурдячные были, у меня видеокоп есть по поводу этого. И по другую сторону, видите, как косили травочку. Так что я думаю, сюда тоже заскочу. На полчасика это точно, если находок не будет, то отсюда свалю. Вот так есть перспектива на следующий коп. Ладно, ребята, еще раз всем пока и удачи на копе.